маємо інформацію про те, що ДБР оголосила підозри у справі про вибухи на військових складах у Сватовому в 2015 році. Справа задавнена і лише нині маємо перші підозри. Олег Старіков, військовий експерт, з ним поговоримо на цю тему. Олеже, вітаю вас. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. От, у 2015 році ще відбувся вибух. Нині, через 6 років, маємо підозру. Ваша думка, наскільки от нас ефективно, перше питання, наскільки ефективно в нас працюють органи, чи тут не в ефективності справа, а дійсно настільки важкий кейс був, що не могли його 6 років розслідувати? Знаете, как в армейской среде говорят, не прошло и полгода, да, и сразу начали что-то выявлять. Дело в том, что когда случается вот такого рода чрезвычайные происшествия, особенно с воинскими складами, с утратой оружия и боеприпасов, военная прокуратура, военная контрразведка, военное командование делает все возможное для того, чтобы на ранней стадии не допустить, а если уже допустили, предотвратить и выявить, кто это сделал. По опыту моей личной работы, значит, это выясняется за 7 дней. Потому что если вот это есть такой закон, как правоохранительная деятельность, если за 7 дней ничего не узнаешь, в принципе, дальше можно искать, идет там очень большой процент невозможно установить. Поэтому я так думаю, все командования и все вот то, что все правоохранительные органы, которые я назвал, и специальная служба, они об этом знали, только решали, думали, как это, во-первых, реализовать и как бы не выйти самих на себя. Ну вот сейчас ведь, видите, получилось, что военная прокуратура перешла в ДБР, там каким-то департаментом или управлением, и достали эту подборочку материалов процессуальных действий, которые были. Я так думаю, сейчас начало года надо по результатам первого квартала показать какому-то следователю результат. Поэтому все идет, в принципе, я вижу положительно. Почему? Потому что, значит, в ДБР восстановлена система контроля за работой их следователей, подчиненных подразделений. А это уже самое главное. У нас ведь у нынешней власти есть самая большая проблема. Они вроде бы думают, что они приняли законы, и тут же все начали эти законы выполнять, потому что они ни разу не работали в государственных структурах. Так вот, и я опять же говорю, я сейчас начал хвалить ДБР, потому что первый квартал заканчивается, результатов нету. Руководитель, который по этой линии начал контролировать, что делают его подчиненные. Подчиненные начали шевелиться, вышли из сна, потому что до 19 января, сразу говорю, никто не работает. Там Новый год, там Старый Новый год, там эти крещения. Это всегда такое было. И теперь самое дождаться, чтобы вот следующий этап будет до марта месяца, когда праздники, день СБУ, День внутренних войск, потом 8 марта. В принципе, тут особо никто ничего не работает. Так вот, вывод очень простой. Наконец-то в ДБР нашлись люди, которые начали контролировать, начали шевелить следователи, и следователи достали папочку и начали уже что-то делать. Я лично это приветствую. И сразу говорю, а выяснить это очень просто, потому что там уже в процессуальных документах есть вину. Олеже, оце просто небажання було працювати 6 років? І чи багато подібних справ нині пиляться в кабінетах у чиновників? А помните, как такой у нас был генпрокуратур, генпрокурор без юридического образования Юрий Витальевич Луценко? Вот у него была прекрасная фраза. Как бы не выйти в расследование самих на себя. Вот они вышли сами на себя и испугались, и спрятали. Да? Потому что, большому сожалению, вот у нас сейчас у нас все же реформируется. Вот все реформы идут. А реально это реформы, это ради реформ, реально никто особо ничего не делает. Так вот, когда они увидели, что выходят сами на себя, было принято политическое решение с учетом политической целесообразности, телефонного права, ну и тому подобное. И документы выкинули, то есть спрятали в сейф. Я говорю, слава Богу, что по всей видимости эти документы были засекречены, их невозможно было уничтожить.
А засекреченные документы есть определенный порядок. И порядок уничтожения документов. Поэтому видите, как все произошло, их засекретили. Сейчас идет, кстати, видите, как хорошо вы мне напомнили. Сейчас ведь идет проверка режима секретности, годовая проверка режима секретности. И когда начали документы вытаскивать, секретчики проверять, оказывается, эту папочку достали, оба-на, а там документы, а давай-ка мы их проверим. Поэтому не все так было плохо в тоталитарном режимі і у попередників. Оказується, було ще хорошо. Олеже, сподіваємося, що це не єдина справа задавлена, яку дістали, і вироки, які, і підозри, в яких будуть такі вручені, і що далі підозри, а теж розслідування буде йти. Олег Старіков. Не буде нічого. Не буде? Не буде нічого. Нет, нигде будет, потому что есть в нынешней системе, которую создала нынешняя власть, извините за тавтологию, нет системы контроля и нет их по статистике, по результату работы, это передача документов в суд. Но нет у них такого. Они же, видите, рассказывают, мы зарегистрировали там миллионы криминальных проваджений. Вот они регистрируют. А реальная работа правоохранительной системы и специальных служб – это какая? Передача документов в суд. Вот это реальная работа. Вот на МУ сколько они дел там завели? А сколько передали в САП? Сколько передали в антикоррупционный суд? Единицы. Поэтому, еще раз говорю, ничего не будет. Имеется в виду в том плане, что результатов не будет. А вот эта мышиная возня, как вот я о чем вот уже 5 минут говорю, я специально это уделил внимание, потому что я мог бы более что-то серьезное, более, так сказать, ну, более такое весомое, но я специально об этом говорю, что без того, без вот этого вроде бы шутливого, но это шутливое, оно реально приводит к тому, что наша вся правоохранительная система, за исключением СБУ, неработоспособная. Вот сейчас, если они залезут в реформу СБУ, СБУ будет точно такая же. Какая плохая, хорошая, нет, но СБУ там что-то делает, что-то не делает. Как только они залезут туда, примут закон об СБУ, и все, и оно развалится. Олеже, дякую вам за вашу думку. Олег Старіков, військовий експерт. А ви, глядачі, вирішуйте, бути реалістом, як Олег, чи сподіватися на те, що система все-таки запрацює, як я, дописуйте у наші соціальні мережі.